вдруг вышли, увидали какая-то железяка прямо на дороге. Прямо здесь, и остро такая. Вот решили убрать, а ничего нету. Ну, отвертка-то есть. Еще. Рукавицы оттуда убирайте, которые сдолбили-то. Она глубокая-то. А здесь все. А его нельзя поколотить молотком, узнать, шевелится или нет? А я уже колотил. Не идет, да? Жестко, да. Что же это такое может быть? Ну да. А не может быть мина с гражданской войны? Навряд ли. Гражданская-то война рядом была. А ну-ка, Володя, поколоти вот эту, которую выдолбили, большую. Со всех сторон ее обдолби. Ну-ну-ну-ну. Она содрогается. Не, она глубоко сидит, глубоко. Лопата нужна. Лопата, по идее, да. Ну, обкапывайте. Нам идти некуда. Отступать некуда. Позади Потеряевка. Вот так вот надо поступать. Отвертками, стамеской, ножом, но вытащить. Она торчит острая. Вот авария, так авария. Как же я не напоролся-то на нее? Я по этой стороне, кажется, не ехал, по другой. На велосипеде. Даже не поймешь, на что похоже. А не рванет она? Нет. Нет, ничего тут нет такого. А то, может, это взрыватель? Она с дырками, с дырками. Сейчас увидим. Ох-хо-хо. Не бросай никуда, это отдельно. Вон туда он ее вырыть и зарыть. Зарыть зачем? Это же резко, я думаю, она была где-то внизу. А когда делали дорогу, она подцепила и сюда скинула. Наверное, да. Не специально же это вредительство такое. А со временем вымыло. Ну еще. Это надо, знаешь, еще сюда большую. Лом. Большой лом. А как его сюда привезти, лом? Твоя машина на излом. Если бы не машина, не нашли бы. Ну да. Не сломалась бы, если. А то вот драндулетка бы не сломался, то и ничего бы не было. Сейчас потек, бензин тут потек. Лопнул карбюратор. Давай, что? Давайте я покажу, где лопнуло. Давай. Здесь вот там маленькая трещина. Не знаю, в камеру, наверное, ее не увидишь. Скорее всего, ничего не увидишь нигде. Сейчас бензин-то высох, так не видно даже стало. Где-то вот здесь вот в самом карбюраторе. Это вот в этом месте вот, где вот тут знак. Вот этот. Кейма какая-то написана. Вот там протекала.
Там эта щель закрылась. Она остыла и закрылась сразу. То есть при расширении она открылась. Вот, брат, вот это вот очень удобно. А что ей? Ну, полупать. Как? Она глубокая, глубокая. Это только домик. У нас большой дом есть. Ну, надо идти обратно на велосипеде. Я бы съездил, привез бы сюда. Ну, идете, а я буду караулить, чтобы никто не поехал. Ну, все, пойдем. Давай. Thank you.